АйКТВ, с вами Павел и мой лучший друг Мистер Кис. Ребята, мы продолжаем играть в игру Мимимишки, настоящий. А где наш Иннокентий? У нас шестой уровень уже. Наклейки? Вот так вот. Давай откроем наклейки, Мистер Кис. Так, дубликат, это у нас уже есть. Это какая-то редкая наклейка. Это обычная и еще одна редкая. Давай приклеим наш альбом. Давай. Так, интересно. Что? Интересно, а что будет, если мы соберем все наклейки? Как ты думаешь, я думаю, нам какой-нибудь получим приз какую-нибудь награду? Ты разблокируешь дополнительное... Дополненная реальность. Дополненная реальность. А не дополнительная. Вот это да. Дополнительные очки. Ну, давай выберем. У нас будет в очках, что ли? Нет. Давай оставим, как было. А, нет, не надо нам никаких очков. Да, вот так. Пижамки. Мне что-то не нравится это дополненная реальность. Вот пускай будет вот в таких очках, как мы в прошлый раз сделали. Не, пускай будет костюм. Мистер Кис, давай оставим пуховик. Скоро мы купим его, наверное. Ведь зима же на улице, надо его нарядить. А это закрыто костюм. А как закрыто? Ковбоя. Ну да. Зора. Это кто такой? Единорог? Пижам единорог. Франкенштейн. Ничего себе, сколько интересных костюмов. Но это мы позже купим, я Мистер понял. Кис. Где наш Иннокентий? Что такое? Куда он делся? Давай разберемся с наклейками, а потом будем искать Иннокентия. Ты разблокируешь шляпу мушкетера. Получить? Так, получить. Нет, мы не будем сейчас навязаться. Мы, конечно, посмотрим ее. Так, а мы все наклейки приклеили? Слушай, давай искать нашего Иннокентия. А он спит, ребята. Иннокентий, просыпайся. Мы с мистером Кисом пришли. Цыпа, не хочешь? Тебе пора кушать. Что ты не хочешь просыпаться? Это что такое? Ты хочешь покушать? Ну, давай покушаем. Ешь яблоко, ешь кукурузу. Ой, это вкусный сок. Соком запей. Еще кукурузу съешь. Ну, пойдем в магазин, пошли. Мистер Кис. Надо ему что-то еще купить. Это у нас он очень хорошо кушает. У него хороший аппетит, Павел. И огурца. Там закрыто, свеклу. А зачем ему свекла? Он будет, думаешь, есть свеклу? Не знаю. Огурцы. Я б не стал. Дай ему свеклу, видишь? Я же говорю тебе, он свеклу не хочет. Но он хотел яблоко. Яблоко? А что мы не купили? Арбузик дай ему. Он хочет мыться, надо его помыть. Нет, давай купим ему что-нибудь еще. Куда ты пошел, Мистер Кис, подожди. Снова? А, ты хочешь яблоко купить? Ну давай. Давай купим ему яблоко, он же хотел и мечтал. Да хватит к нему. Покорми его яблоками еще. Ну давай, съешь яблочко. Он мечтал о них. Ну чтобы Иннокентий. Да, наелся. Кушай. Ням-ням. С утра надо принимать побольше еды, потому что это плотный завтрак. Все уходят на работу, в школу, ну, ребята. Да. И надо хорошенько подкрепиться. Конечно. Ну вот, наверное, и хватит. Отлично. Не хочет больше, видишь, Мистер Кис? Давай пойдем в ванну. Давай снимем с него все эти котятки, букашки. Букашки. И всевозможные таракашки. Ой. Давай хорошенько, хорошенько. Все, видишь? Отлично, мы получили монетки и начинаем его, да-да-да, щеточкой. Везде по три его, везде каждое ушко, носик, да. Давай, ой, тело ему, да. Все, ушко, ушко, ушко здесь, да-да-да, здесь. И вот это тоже по три, молодец. Ой, какой у нас чистый, надо теперь его все-таки в ванну искупать. Ну, надо, конечно. Почему он сразу одевается в одежду? Давай купаем в ванну. Это, наверное, не козявки, это, наверное, микробы. Ну-ка, смоем теперь. Весь из всех микробов. Смотри, смотри, как он чисто блестит. Да. Ой, как он. Ну, молодец, молодец, молодец. Так, а что у нас? Ой, цыпа бегает. Чем мы займемся, Мистер Кис? А, в игры поиграем. Я думаю, нам надо все-таки... Так, это что за подарок? Выбери подарок. Выбери любой. О, ну бутылочку только получили, а было 100 монет, 7 кристаллов. Ну типа карту и дали какую, наклейку. Ценное, со знаком вопроса, видать, какой-то сюрприз-сюрприза. Это наклейка. Вот это да, цыпы бегает за стрекозой. Так, мы перешли на новый уровень, на уровень 6, получаем 140 монет, новые наклейки. Или не получаем? Нет, мы уже получили, давно перешли на 6 уровень. По-моему, Мистер Кис. Нет?
Или мы уже перешли до этого? Да перешли давно. Что-то я запутался. Давай поиграем в игры, мистер Кис. Нам нужно заработать немного игровой валюты. Я люблю играть. Найди парные картинки. Давай, это твоя любимая игра, мистер Кис. И ребята пишут в комментариях, что очень любят парные картинки. Ребята, это так или нет? Конечно. Вот нам две девочки написали, что очень обожают эти парные картинки. Мистер Кис тоже очень любит. А вы любите эту игру или нет? Или какие вы другие еще игры любите? Правда, в этом приложении всего лишь 3 мини-игры. Я не знаю, может быть, еще разработчики добавят со временем, с обновлениями, какие-нибудь еще дополнительные мини-игры. Конечно, 3 игры очень мало. В «Говорящем коте» там их очень много. Даже трудно сосчитать. И разных сложностей. И для маленьких, и для больших. Отлично. Молодец. Так, 6-й раунд. Мы открываем парные картинки. Ребята, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Не забывайте ставить отметочку около колокольчика, чтобы вам приходили напоминания о том, что выходят новые серии, новые обзоры на нашем канале. Правильно. И не забывайте ставить лайки мистеру Кису. И Павлу. Он сейчас занят, не слышит, наверное. Слышит. Но он очень любит, когда вы ставите лайки, когда здороваетесь с ними, когда заходите на канал, смотрите видео и в комментариях пишите «Привет, мистер Кис», там «Привет, Павел», он очень любит. Так что не забывайте ему ставить тоже, писать комментарии, он очень рад. Давай, мистер Кис, 8-й раунд. У тебя хорошо получается. Спасибо. Видишь, я тебя не отвлекаю, и вернее, ты не отвлекаешься на меня. И у тебя стало лучше получаться. Ну да. Ты прав. Так, Кеша, Кеша в разных костюмах. Ага. Перо. Кеша в Ой, какой Кеша? Тучка, ты костюмы. Будешь? Лягушки. Нет, они рядом были. Нет, мистер Кис. Так, это лисенок. Вот, рядом. Да. Вот они, два костюма. Две разных картинки. Мы сегодня сколько пройдем 15. Раундов? Давай много не будем проходить, это раундов 15 да. Пройдем мы. Заработаем день 100 монет, и будет хорошо. 100 монет? Хорошо, 100 монет. Не торопись. Так, как тучка, скажешь. Лисенок, Кеша, Кеша, вот сверху Кеша был в коробке. Так, два краба. Тучка, лисенок. Нет, лисенок внизу был. А вот Кеша в коробочке. Представляет себя космонавтом, наверное. Ты в детстве так играл, мистер Кис? Я играл, я одевал коробку. Не знаю, от чего. От чего? Была коробка от какой-нибудь чайника или пылесоса. Ходил тоже, вырезал себе такое маленькое окошко. Приделал из проволоки антенны. И играл. И в космос летал. Я шучу. Так, 12-й раунд. Кеша, Пьеро. Ой, тучка. Я все Кешу с тучкой. Ой, путаю. Ну что же такое? Прости, мистер Кис. Да ничего. Я сам иногда путаю. Так, Пьеро. Тороплюсь. Пьеро. Так, Кеша. Ага. Смотри, как ты быстро проходишь, мистер Кис. Так, 13-й раунд. Ничего себе, уже скоро будет 100 монет-то заработаешь. Так, это кто у нас? Это Цыпа, желтенькая лисенок, Пьеро. Ага, Тучка, краб. Тучка в зеленом костюме, Кеша. Кеша, 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 лисенок. Отлично. Так, Тучка, нет, нет, мистер Кес. Вот так, Тучка сверху. Так, желтенький цыпленок. Инопланетянин. Так, краб. Краба мы еще, по-моему, не видели, мистер Кис. Ага. Пьеро. А краб, наверное. А вот краб, да, точно. Нет, нет, нет. Друг по другу. А да. О, уже 115 монет мы заработали. Ничего вот себе. Это да.
Отлично. Нашли цып. Кеша Пьеро. Два Пьеро. Отлично. Так, Кеша Космонавт или кто он там такой? Ну да. Ага. Отлично, отлично. Так, а мы что, разве не прошли 15 раунд? 14 мы прошли. Ну, давай вот этот пройдем. Тут почему-то 6 картинок, всего лишь странно. Вот такой вот. Это нам дают передохнуть. Ну, надеюсь, ну, Мистер Кит, больше не будешь играть в картинки? Давай поиграем. 149 монет, ну нормально. Во что поиграем? Мы думали с тобой заработать 100 монет. Да. А мы даже заработали. Ты хочешь удвоить, но за это надо платить 149 рублей, Мистер Кит. Да, это платно. Накорми цыпу. Итак. Кормим цыпу. Да, вот это несложная игра, особенно в начале. Кажется, ну что тут, кинь конфетку, да, цепи, и все. Да. Но потом, скорость увеличивается, становится больше, шарики вылетают, их надо тоже лопать, потому что ты не успеваешь накормить всех цып, у тебя заканчивается здоровье, надо ловить эти шарики, лопать, собирать опять же монетки. Да, да, Мистер Кис, она первый взгляд кажется простая игра, но на самом деле очень получается. Вот тебе игра. Вот, бомба, давай лопай ее, чтобы она случайно нам на голову не упала. Не свалилась. И не взорвала нас в неподходящий момент, когда мы ее не ждем. Две монетки, ой, как хорошо там. Еще две монетки, ну надо же. Видишь, чем больше скорость, тем вознаграждение на шариках больше. Давай бы нам бы сегодня заработать на этой игре еще монеток 50. Было бы неплохо. Там 149, еще 50, и будет почти 200, 199. Ну, посмотрим, как получится, ребята, пока Мистер Кис идет очень и очень хорошо. Давай, корми всех цып. Цыпы у нас тут разных цветов, ребята. И желтые, и красные, и зеленые, и салатовые, и синие, оранжевые, фиолетовые. Ну, вообще, любых цветов. Ой, смотри, сердце, давай, корми. Так, вот Мистер Кис даже не успевает монетки собирать. Сердце. Отлично. Так, ну скорость совсем уже стала большая. Трудновато. Конечно, трудно, но... Но это и игра. Монетки! Ой, 50 монет забрали. Отлично, Мистер Кис. Ну хватит. Давай сыграем в лабиринт. Ну давай. Лабиринт, да. Персонаж? Персонаж слишком устал для игры. Выпей зелье. Ну раз устал. Ой, ему надо даже на 7 уровень перешли. Ага, и 150 монет получать. Давай наклейки откроем. Ну устал так устал, значит надо Кеше поспать. Хорошо. Наверное. Мы пока не будем применять зелье. У нас мало очень кристаллов. Ой, ничего себе, какая картинка классная. Золотая даже. Ничего себе. Вот это да. Так, давай собирай. Приклеиваю, вернее. Награда за заполнение страницы. Вот тебе, пожалуйста. Ничего себе, какие-то кристаллы будут награды. А тут 5 кристаллов. Ты разблокировал тропические острова. Получить! О, давай применим это, кстати. Это фон. Или давай выберем космос. Давай. Мы собирались, да, вроде как космос. Смотри, и сразу настроение... У Кеши приподнялось. Давай все остальные наклейки приклеим. Еще награда за заполнение страницы. Все наклейки собраны. Герой в маске, форма и форма мушкетера разблокирована. И в наш альбом добавилось еще новых 4 страницы. Его. Герой в маске. А давай, кстати, герой выберем в героя в маске. Давай. Это здорово. Мне так кажется. Пускай он будет так в таком виде. Сегодня у нас. Я думаю, надо ему все-таки поспать. Я тоже так думаю. Мы будем с ребятами прощаться уже. Давай, Кеша,
Давай, и накиньте ее, засыпай. Ребята, всем пока, до скорых встреч. Не забывайте ставить лайки мистеру Кису и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Увидимся. С вами был Павел и мой лучший друг мистер Кис. Пока. Чмоки-чмоки.